Владелец Volkswagen утверждает, что виновата во всем яма, расположенная поперек проезжей части. Объехать ее невозможно, вот и приходится водителям экстренно сбрасывать скорость. Ну, это очевидно, когда дом строили, здесь прокладывали коммуникации. Но на новой дороге, когда проложили коммуникации, произошел провал грунта. Оседание грунта. Сначала, попав в яму, не справилась с управлением девушка на «Ладе» 14 модели. Ее машина вылетела с проезжей части и врезалась в забор. Затем столкнулись автомобиль 13 модели и Volkswagen. Тут ДТП было. Ага. Ну, женщина, влетела, машина влетела. Ага. И решил помочь остановиться. Остановился, включил аварийку и через 3-4 мне, сзади прислали. Здесь вот яма на дороге. Вот видно, как машины прыгают. Первую машину выбросила на обочину. А так как еще вдобавок ко всему и дорога скользкая, машины стали неуправляемые. Поэтому вторая машина затормозила очень резко, а меня когда выбросило, я уже ничего сделать не смог на скользкой дороге. Скорую вызвали для пассажирки «Лады» 13 модели. Девушка была пристегнута, но тем не менее получила различные ушибы. Отвезем в травмпункт на обследование. А что подозрение там? Ну, там травмы шеи. Мне кажется, что больше еще машин будет биться здесь, если не устранят. Судиться с дорожными службами водитель иномарки не будет, говорит, это лишняя трата времени и денег.